Добрый день или доброе время суток. Коллега, приветствую тебя на очередном уроке на нашей обучающей платформе. Благодарю тебя за то, что ты продолжаешь изучать наши уроки. Надеюсь, что они кажутся тебе понятными и однозначно будут полезными. Итак, командный сайт подключен. У тебя есть твоя ссылка личная. У тебя есть доступ к общей статистике, доступ по щелчку к подробной статистике. Все готово для того, чтобы заняться самым важным. Это начинать приглашать людей на наши мероприятия. Если ты хочешь, чтобы процесс приглашения шел без лишнего негатива, комфортно, полезно для тебя и для тех людей, с которыми ты общаешься, приглашая их на наши мероприятия, пожалуйста, придерживайся той стратегии, о которой рассказал президент в своих уроках. То есть, что мы делаем? Мы, во-первых, информируем людей о нашем мероприятии. Информировать можно всех. Не надо принимать решения за людей, нужно им это или не нужно. Проинформировать можно всех. Но пригласить, в терминах интернета, то есть отправить твою личную ссылку на наш командный сайт, можно только заинтересованным людям. Людям, которые на твой активирующий вопрос, а если я тебя приглашу на мероприятие, ты пойдешь, сказали да. Пожалуйста, придерживайся вот этой стратегии, она работает везде, неважно где ты приглашаешь. Эта стратегия избавит тебя от ненужного негатива, а опять же для интернета избавит тебя от бана твоих аккаунтов, которые ты используешь для приглашения. Все, что нужно делать в интернете для того, чтобы эффективно приглашать, можно сформулировать несколькими словами. Твоя задача максимальному количеству заинтересованных людей отправить твою ссылку личную и на максимальном количестве релевантных ресурсов разместить свою личную ссылку. Я сейчас поясню, что это такое. Если ты занимаешься, с моей точки зрения, самым эффективным и самым нужным для сетевика способом приглашения, то есть занимаешься активным приглашением, приглашением, которое делается в личном сообщении, то есть общаешься с человеком один на один, то твоя, конечно, задача – это большое количество людей, с которыми ты общаешься. Не надо себя обманывать, что если твоей личной ссылке за день переходит 2-3 человека, причем один из них – это ты, а второй – это твой ближайший друг, не надо надеяться на какие-то регистрации, на анкеты с контактами новых людей. Нет, чудес не бывает. Нам нужно количество. Твоя задача в первый месяц, если ты будешь использовать те способы, то есть ручные способы приглашения, простые способы, о которых я буду рассказывать, выйти на 30-60 переходов по твоей ссылке за день. Это абсолютно нормальная, реальная цифра, на которую можно выйти, если ты занимаешься регулярным приглашением. Не от случая к случаю, а регулярным приглашением. И второе очень важное – это, конечно, заинтересованные люди. Вот одна, наверное, самая главная проблема людей при общении – это когда люди интересуются только одним человеком – это собой. У вас задача приглашать – это ваш приоритет, это ваш интерес, и вы думаете только об этом, а не о тех людях, которых вы приглашаете. Это очень большая ошибка. Не надо отправлять приглашение, то есть свою ссылку всем. Это самая большая ошибка. Вот некоторые говорят, что это называется спам. Это не спам называется, это называется другими словами. Я его назову так: обтекаемо тупая работа. Так работать нельзя. Даже если вы используете какие-то средства автоматизации для рассылки своих приглашений. Даже в этом случае, прежде чем программа начинает рассылать сообщения, база, по которой они рассылают, фильтруется, отсортировывается. Ищутся люди, которые с большей вероятностью примут ваше приглашение. Отправка по всем – это уже давно не работает и очень дорого стоит и по деньгам, и по времени. Поэтому максимальное количество заинтересованных людей. Нам нужно и количество, и качество. Ну и второе – это размещать свою ссылку на релевантных ресурсах. Скажу проще. В интернете колоссальное количество мест, где вы можете разместить свою ссылку, просто разместить. Ее будет видеть не один человек, а очень много людей.
То есть вы, конечно, можете разместить свою ссылку во всех своих социальных сетях, в статусах всех своих мессенджерах, подписях в почте и так далее. То есть везде на своих ресурсах вы можете разместить свою ссылку. Это ваши ресурсы, вас никто за это ругать не будет. Но если вы размещаете ссылку на чужих ресурсах, ну, например, на чужих группах в социальных сетях, в комментариях на каких-то сайтах и так далее, на форумах, вы должны четко понимать, что ваша ссылка не нарушает правила и тематики, главное, этого ресурса. Когда люди размещают свою ссылку на группах, посвященных программированию, приглашения на вебинар по здоровью, но это не совсем тематические группы. И опять же, это будет приводить только к одному. Вас будут банить, и результат от вашей работы будет прямо противоположный. Он будет не в плюс, он будет в минус. Пожалуйста, придерживайтесь вот этой тактики, вот этим правилам. Не нарушайте их, и тогда у вас будет все хорошо. Конечно, приглашать на мероприятия, которые проходят в интернете, лучше в самом интернете. В первую очередь, конечно, в социальных сетях. И методом приглашения именно в социальных сетях будет больше всего посвящено времени на нашей платформе. Если вы уже имеете опыт в социальных сетях, то, конечно, вы однозначно найдете какие-то свои, работающие хорошо именно у вас, способы разместить или отправить свою ссылку людям, заинтересованным людям. Это можно сейчас делать разными способами. Использовать средства автоматизации, различные программы, их колоссальное количество. Вот я вам сейчас показываю скриншоты программ, которыми пользовался я. Можно, конечно, использовать различные средства автоматизации и продвижения. Вот я, например, сейчас записываю ролик и продвигаю свой аккаунт в социальной сети Instagram. Конечно, можно и нужно использовать платную рекламу, разные ее варианты. Но все эти способы, они многих людей, которые не имеют практический опыт в интернете, они достаточно сложны, сложно повторяемы. Поэтому на нашей платформе я рассказываю о тех способах, которые повторяемы всеми людьми, которые хотят их повторить. Это самые простые, но очень эффективные, 100% работающие способы приглашения. Пожалуйста, начните именно с них, выйдите на результат, получите первые переходы по своим ссылкам, поймите, что да, то, что я делаю, я работаю. А затем можете наращивать свой арсенал средств, которые вы используете. На наших онлайн-мероприятиях, на вебинарах обратных связей я буду рассказывать об этих способах. И, конечно, будет очень много информации, более продвинутой. Это в лидерской части, это в части, где люди уже имеют опыт. В заключение этого вводного урока о том, как приглашать, я скажу о самой важной ошибке, которую совершают люди, работающие по нашей схеме. Вот на момент записи этого ролика наше онлайн-мероприятие проходит в понедельник в 19 часов и в четверг в 19 часов. И некоторые считают, что нужно приглашать именно в понедельник и в четверг. Остальные дни курить бамбук. Вот это самая большая ошибка. То есть, если вы посмотрели уроки о нашем командном сайте, вы уже поняли, что на нашем сайте всегда есть видеозапись либо идущего вебинара, либо уже проведенного. Поэтому приглашать на мероприятие нужно каждый день. Пожалуйста, запомните это, используя вот ту методику, о которой я буду рассказывать. Если вы хотите выйти на результат, приглашать нужно каждый день. Да, конечно, есть способ, о котором я расскажу в лидерской части. Это как способ, когда отправка именно ссылки на вебинар происходит в день вебинара. Но приглашения на этот вебинар идут задолго до его начала, то есть задолго до начала мы начинаем собирать базу потенциальных людей, которые захотят прийти. Мы их собираем либо, как раньше делали, в почтовую базу, либо, как сейчас делают вот в нашей новостной рассылке, в базу чат-ботов. То есть люди подписываются на предстоящее мероприятие, а в день мероприятия сервис, который собирает этих людей, с помощью раздела «Рассылка» или «Действие рассылка» на этом сервисе отправляет приглашение за час до начала, в момент начала,
через 15 минут после начала. Если вы посещали, записывались на какие-то мероприятия, вы видели, что вам письма приходят, либо напоминание мессенджер, либо звонок на телефон. Многократные напоминания тем людям, которые записались на вебинар, потому что, конечно, время сейчас очень такое интересное, голова у людей забита чем угодно, но не только тем, чем надо. Поэтому люди просто забывают о мероприятии, даже если оно им нужно. Эта схема также существует, о ней рассказано в лидерской части, но она, опять же, повторюсь, более сложна с технической точки зрения. Методика, по которой мы сейчас работаем, она проста, как колесо, но также эффективна. Просто приглашайте на наш сайт, чтобы люди перешли на него и посмотрели, например, запись проведенного вебинара со 100% уверенностью, что это живой эфир. Все будет работать точно так же, как во время живого эфира. Уверен, что вы подписывались на какие-то автовебинары. Если вам предлагают записаться на вебинар, который проходит там, в 13 и в 19 часов, именно сегодня или завтра, то в 99% случаев это просто запись проведенного вебинара. Мы же никого не обманываем, мы честно говорим, что вот да, у нас есть ресурс, где проходят наши трансляции, переходите, смотрите. Итак, коллеги, пожалуйста, приглашайте каждый день, пожалуйста, не нарушайте идеи приглашений. И, конечно, помните, что количество, оно очень важно. Благодарю вас за внимание. В следующем уроке мы рассмотрим первый способ приглашения, самый простой. Это через рекламный пост на вашей страничке. Удачи!